стартовало строительство очередного гигантского завода в России. Я напомню, что у нас был собран список из 20 гигантских заводов, которые вот прямо сейчас строятся в России. Но недавно один из проектов из списка выбыл. И дело не в том, как вы могли подумать, что все деньги разворовали и проект отменили. Нет, просто ЗапСибнефтехим вышел на полную мощность и из списка строящихся выбыл. Напомню, гигантскими мы называем проекты с инвестициями более 100 миллиардов рублей. Но сегодня красивая цифра 20 была восстановлена. Проект реализуется в Ростовской области. Новошахтинский завод нефтепродуктов приступил к строительству комплекса по производству бензина. Инвестиции в реализуемые проекты третьей очереди завода составляют 117 миллиардов рублей. Новый комплекс по производству автомобильного бензина АИ-92 и АИ-95 класса Евро-5, дизельного топлива класса Евро-5, а также товарных сжиженных углеводородных газов планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Напомню, что Новошахтинский завод нефтепродуктов – единственный действующий НПЗ в Ростовской области. До сих пор завод специализировался на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. Завод довольно новый, он был построен в 2009 году, как один из пунктов реализации программы развития шахтерских территорий. Сейчас на нем работает около 1500 человек. Стоит отметить, что глубина переработки нефти в зависимости от качества исходного сырья в момент старта первой очереди завода составляла 60-65%. Это по современным российским меркам очень мало. Ведь Россия за последние годы за счет модернизации НПЗ нарастила этот показатель до более чем 80%. Не остался в стороне и Новошахтинский НПЗ. Строительство второй очереди довело этот показатель до приемлемых 75%. Летом 2014 года введен в эксплуатацию комплекс по производству битумов производительностью 700 тысяч тонн в год. В 2015-16 годах ОАО НЗНП ввело в эксплуатацию вторую нефтеперерабатывающую установку Элоэ АФТ-2,5 мощностью переработки 2,5 миллиона тонн нефти в год. Это позволило увеличить объем мощностей ОАО НЗНП по переработке нефти в 2 раза или до 5 миллионов тонн нефти в год. Сейчас строится третья очередь проекта, где будут производить бензин. Проект позволит освоить производство бензина и дистоплива, бензина АИ-92 и АИ-95, дистоплива класса Евро-5, а также товарных сжиженных углеводородных газов. Всего же на НПЗ в ближайшие 10 лет предполагают инвестировать около 200 миллиардов рублей. В итоге компания намерена довести глубину переработки нефтепродуктов до 100%. В ходе реализации всех проектов в третьей очереди будет создано еще около 1000 новых рабочих мест. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч!